что я полюбила конный спорт, это то ощущение скорости, ощущение полета, когда ветер в лицо. Это очень схоже с тем, как мы катаемся на льду. Чем выше, чем дальше прыжок, тем сильнее это ощущение. Когда ты отрываешься от земли, и тут уже все как бы зависит от тебя, не от конька, не от кого, а вот только то, как ты чувствуешь это ощущение полета. Фигурное катание — это, как и конный спорт, это тоже искусство. Тут это искусство работать с живым существом, а у нас это искусство владения коньком и своим телом. Мы приходим в фигурное катание, фактически не умея ничего, и дальше уж кому как пойдет. Пока у меня получается.